снимать, скоро пойдем. А ты в курсе, куда мы идем? Мистер, вы готовы? Не, не пойдет. Так нормально? Вы очень красивые, обворожительные. Прическа у вас очень. Вы очень шикарная женщина. Спасибо. Женщина замужем, так что отвали, мальчик, отвали. Мы решили в этом году весь фестиваль посвятить, собственно, нашему университету. И на конкурсе «Мистер Университет» мы решили пофантазировать, что бы было, если бы у нас открыли факультет джентльменов. У вас очень интересный образ. Я думала, что вы сейчас просто сядете на картаны и достанете семки. Ну ладно. Семок нет, к сожалению. Семок нету, но... Есть четки. Вот, Тимур, отлично. А четки из хлеба? Чем будешь удивлять? Удивлять буду своей неординарностью. Скажу так. В чем она будет проявляться? Ну, например, то, что я не особо умею танцевать, а здесь аж 3 танца в конкурсе. Я уже хочу это видеть. Ладно, я тогда буду в первом ряду стоять, вам там подмигивать, это буду я, не пугайтесь. Хорошо. Итак, проплаченный сюжет. Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте. Почему вы так странно выглядите? Ну, как бы, актерские навыки требуют вхождения в роль, требуют... Кого же ты будешь играть в таком виде, друг мой? Не знаю, думаю, какого депутата, там, министра, может. Можешь танцевать для меня? Могу, конечно. Давай. Это все для меня, для меня, для меня. Говори честно, подмазал жюри? Ну, как сказать? Как есть. Есть ртом. Это не проплаченный сюжет, но это не точно. Как дела? Все отлично. Победителем в онлайн-голосовании «Мистер ВГТУ 2018» и приз от городского портала город30.by получает... Какие предчувствия? Ну, думаю, что в тройку войду. Денис! Займет первое место. Конкурс на тот конкурс, что никто не знает, кто займет первое место. Ну а вы подмазали жюри? Нет. Как же так? Что же вы будете делать? Ребята все очень сильные. Мало того, что они внешне очень красивые, достойные, все как один. Придачу к этому, вот как никогда за 7 лет конкурса, они все очень творческие. В жюри есть мужчины? В жюри мужчин нет. Я думаю, это не тот конкурс, где в жюри должны быть мужчины. Следите за новостями на портале город-витебск.бай.